Я вышел на улицу из дома, из своего дома. И у меня в обуви эти стельки особенные, эти, которые должны, по идее, греть, как про них написано. Ну вот я их испробую в деле, на практике. Я их сначала дома попробовал без носков, потом на балконе с носками. Сегодня на улице прохладнее, чем вчера было. А может, мне кажется, первый раз на улицу вышел сейчас. Первый раз, когда выхожу, так всегда. Всегда кажется, что холодно. Я говорю, первый раз на улицу за день, когда выходишь, кажется, что холодно. Но постепенно согреваешься, потом домой приходишь, и уже совсем как будто лето настало. Вот, это дома. А потом второй раз, когда на улицу выходишь, так вообще тепло, намного теплее, чем первый раз. Может, это у всех так, может, только у меня. Ну, так у меня организм работает. Но эти стельки сами по себе, они сами по себе хорошие. Даже если не смотреть, что они должны какими-то особыми свойствами обладать. Сами по себе хорошие стельки, теплые. Они синтетические, но такие качественные, я бы сказал, приятные. На ощупь, даже на запах. Просто теплые сами по себе. Все-таки раз написано. Я бы вот просто стельки бы не покупал, если бы они не имели этих свойств, которые меня привлекли. Короче, сколько я уже иду, минут 5, я пока ничего не чувствую от них, никакого тепла. А люди почему-то покупают и еще отписываются, что типа греют. Но все-таки мне кажется, что это лажа какая-то. Какой-то очень сомнительный механизм работы. Какой-то заряд сам по себе образуется. Откуда вообще на коже электрический заряд поддерживается, я понять не могу. Ну, может, я этого не знал до сих пор. Блин, надо было получше согреться после душа. Я, кажется, рискую простудиться за эту прогулку. А я после душа снимал про эти же стельки, вот эти самые тесты. Они будут у меня на канале. Скорее всего, уже есть это видео. И ссылка на них там же, в описании к тому видео. Если вдруг хорошие стельки вам нужны кому-нибудь, пока они уже там стоят, я не помню, там написано все. Если просто хорошие стельки нужны, то да, советую эти взять. Вот просто как теплые стельки, они чувствуются. В них тепло, реально, теплее, чем без них. В них теплее, потому что это просто теплые стельки. Они не греют, не излучают тепло, конечно. Все-таки радиоактивного там ничего нет, чтобы оно излучало просто тепло. Но как теплый аксессуар одежды, они работают. Как теплая одежда. Вот. Ну хрена ли было писать про них, что они излучают тепло. Не, ну продавайте просто как хорошие стельки. Зачем надо еще ложь какую-то прибавлять? Так вполне себе хороший товар. Можно было и, соответственно, про них написать, что хорошо, это самое теплое все. Не, надо было еще что-то приврать. Но откуда вот отзывы, я не знаю. Люди такие внушаемые, что ли? Откуда столько отзывов, что они реально греют? О, смотрю, какой-то книжный магазин тут. Биллион. Он раньше был в другом месте. Раньше это очень давно. Правда, не знаю, что там продается. Никогда не интересовался. Сейчас я, наверное, если книгу бумажную возьму в руки, это будет какая-нибудь советская книга. Чтобы я современную книгу взял и читал. Нет, такое вряд ли может быть. Сейчас уже по-любому удобнее с интернета скачивать. Как ни крути. Бумажная может для глаз получше, чем с экрана читать. Но экран можно в одной руке держать и листать. А бумажную в этом смысле не так удобно. Что там будет? Очень почему-то мне трудно и разговаривать, и ходить. По телефону разговаривать. Почему мне? Не знаю. Что-то много для меня эти два дела одновременно. Ладно, можно и помолчать теперь. Я послушаю. Вы говорите мне там, пишите, а я послушаю просто молча. Есть графа для комментариев.
надо было мне согреться после душа, а я без носков сидел, кино снимал. Ну, может, сейчас согреюсь. Если эти стельки меня не согреют, я всю правду про них расскажу. Да я уже и так все рассказал. Просто будет еще и подтверждение, если я простужусь сегодня с этими стельками. Но повторяю, что факт в том, что мне тепло в ноги сейчас. У меня под ними же еще и родные стельки, которые в обуви. У меня две пары стелек, одна из них очень теплая. Еще и две пары носков. Если я простужусь, так это не из-за ног, а из-за головы скорее. А еще я простужусь из-за того, что нервничаю. Не могу что-то я спокойно себя чувствовать, когда я разговариваю, когда с кем-то на связи, когда я просто когда с кем-то на связи. Еще и хожу в это время, а на велосипеде ехать вообще нереально, разговаривать с кем-то. Может, мне надо просто перераспределить внимание? Меньше внимания на разговор, больше внимания на второе дело. Вот сейчас мне жарко совсем. Только в голову не жарко. Все, теперь я жду троллейбуса. Все, стоп. Теперь я буду здесь стоять. Все, до связи. Дебильный транспорт у нас. Два человека, а места вообще ноль. Минус. Сука, ненавижу эти маршрутки. И троллейбусы тоже ненавижу. Весь транспорт ненавижу наш. К чертовой матери. Вроде стоишь, возле тебя немножко есть место наверху, а внизу ногу некуда протиснуть человеку, кто мимо проходит. Одни возле стены ставят свои сумки, другие с другой стороны сидят, ноги расставили рядом с сиденьями еще их ноги. Такие сиденья, что надо сидеть животом к следующему впереди, а ноги расставить. Дебильные маршрутки. Дебильные все. Одно слово. Дебильные. Маршрутки. Дебильные маршрутки. Всю дорогу буду повторять. В троллейбусах то же самое происходит. То же самое. Просто ненавижу. Бесит просто, когда людей немного, а места ноль. Блядь, дебилизм полный. Дебилы все. Дебилы. Кто все это сделал? Дебилы. Нет у меня других слов. Едешь и нервничаешь, блядь. Лучше бы пешком пошел. Лучше бы я всю эту дорогу пешком шел. Все, не хочу разговаривать. Просто буду молчать. Нету настроения у меня разговаривать. Тим, нахуй, блядь. Иди ты тоже туда. Не знаю, может это я что-то не так делаю. Ну, вроде место есть, а повернуться и наступить некуда. Ну, может это я не так стою или что? Может реально я торможу всегда. Я не знаю, куда там я могу встать. Что там место есть, которого я не вижу, что ли? Это же надо сказать кому-то, дайте встать сюда. Блядь, ненавижу такое. Какие-то чужие люди, черт знает кто, с ними вплотную должен соприкасаться. Еще и обсуждать то место, на котором мы стоим. Эти квадратные 2 сантиметра, блядь. Что мне сейчас психовать всю дорогу, что ли? Надо научиться пешком ходить в такое время. 4 часа дня, блядь.
Дебилизм. Ведь наверху места много, а ногу некуда поставить. Бывает, даже стою на одной ноге. Пиздец какой-то, дебилизм. Много придется над монтажом работать. А то мне ругаться хочется. Поэтому много работать над монтажом придется. Суки конченые. Кто эти маршрутки проектировал? Побольше бы места сделали для ног, чем для задницы. Раз все стоят. Ну ладно, до связи. Пока, до связи.